Ну, было очень тяжело ребят настроить после того поражения, но с ними действительно был очень серьезный разговор. Вот, и кубковая игра, скажем так, это с одной стороны хорошо, что мы на ней обожглись, скажем так. Ребята многие пересмотрели свое отношение вот, к футболу, скажем так, и сегодня показали то, что они еще как бы что-то могут. Особенно по молодежи было сегодня заметно, с горящими глазами, каждый стык, каждый подкат. Ну почему? Я хочу сказать, и ветераны не пали духом. То есть молодежь просто поддержала тех ребят, которые могли. То есть мне понравилось начало игры, то, что я их просил начать агрессивно, мощно. Ребята это выполнили. Ну, опять же, не забили 2-3 момента стопроцентных. Ну, это опять же, это футбол, чем он и дорог, он непредсказуем. Я к чему веду, что, видимо, помимо беседы вашей с молодежью, еще и была беседа, скорее всего, опытных футболистов также с молодыми. Ну, я не знаю, честно. В коллектив я стараюсь особо не влезать, это их дело. Я только, если такое было, я только это приветствую. Вот. Я только пытаюсь настроиться в своей колокольне, чтобы ветераны поддержали молодежь, а молодежь поддержала ветеранов. Вот. Сегодня очень порадовал Сергей Анохин. Отдельно его выделю, потому что несколько игр конца того года, товарищеская стулы, первая в Чертаново, как бы оставляла желать лучшего тоже. Ну вот, побеседовали, пообщались. Меня очень порадовало то, что человек действительно еще что-то может и действительно хочет, и действительно он поможет нам. Сегодня много было и желтых удалений в конце. Это, накал страстей, здесь как бы с песни слов не выкинешь, но опять же, там, в моем понимании, там некоторые карточки были необоснованы. То есть то же самое, там, ну, нападающий, он обязан играть на опережение. Ну да, он там где-то что-то вратаря задел, но нельзя так этот прям командой бросаться, запасные побежали. Это, да, что футбол у нас балет? Футбол это контактная игра, и без борьбы не бывает ничего. То есть здесь как бы просто эмоционально там перехлестнул, я не знаю. Сегодня Сергей Анохин после окончания матча отметил опять большую помощь болельщиков. Как мне показалось, сегодня очень хорошо. Нет, ну я согласен, что играть, когда за тебя болеют трибуны в родных стенах, это очень всегда приятно, поэтому я только призываю людей ходить на футбол. Действительно, футбол это народная, международная игра. И стадионы, которые строятся, вы посмотрите, хоккей 15 тысяч, волейбол, баскетбол 15 тысяч, футбол 100 тысячники. Поэтому футбол это самая зрелищная, самая непредсказуемая игра. Поэтому ее любят от мала до велика, и люди ходят на эту игру. Следующий матч в Липецке, опять же, можно сказать, что это еще одно дерби, да, и тем более всегда матч в Липецке за последние годы проходит очень тяжелое время. Я посмотрел весь календарь, у нас весь календарь дерби. С кем не играй, везде тяжелые игры, везде это чемпионат, чем он и дорог. Каждая игра – это отдельный микробой, задача выиграть его. То есть на данном этапе мы будем конкретно готовиться к Липецку, несмотря на то, что ждет нас дальше. Поэтому здесь нельзя смотреть сейчас, как бы, что будет в ноябре и тем более в мае. Есть конкретная игра, и к конкретной игре мы должны подготовиться и показать все свои лучшие качества. Ребята, как-то отдохнуть сейчас дадите? Завтра по плану выходной, то есть у нас есть расписание футбольное, которое, ну, как бы, возможно, там какие-то коррективы, но мы его придерживаемся. То есть расписание было составлено, то есть до, скажем так, до конца месяца, до 3 числа, когда мы здесь принимаем. Лиски принимаем, поэтому они все знают его, и у нас как бы секретов нет от команды. Каждый человек должен жить и знать, что ждет его завтра. Мне, как главному тренеру, собрать футбольную команду, боеспособный коллектив, который может как и выигрывать, так и проигрывать, скажем так. Поэтому я считаю то, что в моих сейчас как бы задачах сделать коллектив, который просто будет хорошо играть в футбол и радовать своих болельщиков победами. То есть я максималист, мне задача выиграть каждую игру. Вы представляете, если мы выиграем каждую игру, на каком месте мы окажемся?